Всем привет! В этом видео я готовлю секретный аттрактант, максимально бюджетный аттрактант, и максимально этот аттрактант будет привлекать, собирать и удерживать рыбу. Действует абсолютно на всю мирную рыбу и состоит всего лишь из двух компонентов. Компоненты доступны и можно приобрести их в любом городе и в любой стране. Добавка, да, достаточно хитрая, простая, все, считай, лежит на поверхность. Ну и не будем затягивать, давайте сразу приготовим, буквально тут все делается за считанные секунды. Емкость, в которой замешиваем аттрактант, помещаем 200 мл пищевого глицерина, либо же аптечного глицерина. И сюда же в глицерин отправляется вот такой молочный продукт, йогурт с кокосом, ананасом. И теперь остается только тщательно размешать. Благодаря тому, что я добавил глицерин, данный аттрактант приобретает достаточно долгий срок хранения. Но все-таки лучше пристраховаться и хранить лучше всего в холодильнике. Вот так вот легко и просто получается ананасово-кокосовый аттрактант. Для того, чтобы сделать его более густым, можно дополнительно добавить также сахарный сироп, кукурузный сироп. В целом сейчас это уже готовый аттрактант для рыбалки. Кто смотрит наш канал, те знают, что любые молочные продукты работают на всю мирную рыбу. А здесь помимо молочки у нас еще и кокос, и ананас. Очень годный аттрактант, он же активатор клюва для рыбалки своими руками. И да, это действительно бюджетный аттрактант, несмотря на то, что здесь йогурт, глицерин. Если обратиться в рыболовный магазин, там за подобный аналог попросят с нас 2000 рублей за 100-200 мл. Поэтому гораздо лучше сделать это своими руками. Делюсь этим секретом с вами от души. Буду очень рад вашей отдаче, вашей поддержке, лайкам, комментариям, также подпиской на канал. Благодарю всех за просмотр. До скорых встреч!